Итак, сегодня запускается движение по железнодорожной части Крымского моста. Первый пассажирский поезд, который проследует по новой переправе, отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь примерно через 2 часа. А завтра в Крым поедет первый пассажирский состав из Москвы, он прибудет в Симферополь. Как сообщила пресс-служба Кремля, в торжественной церемонии запуска движения примет участие Владимир Путин. В том числе он пообщается с рабочими, которые возвели самый длинный в Европе мост. Там, где состоится митинг в честь завершения строительства, работает наш корреспондент Павел Краснов. Павел, итак, кто собирается на этот праздничный митинг и когда он начнется? Алена, ну ответ, я думаю, очевиден. Конечно же, собираются здесь строители, которые возводили Крымский мост. Строили это уникальное во многих отношениях сооружение, которое, как вы сказали, навсегда привязало Крым к России. И, опять же, вы совершенно правы, у нас сегодня 2 события. Это открытие железнодорожной части моста и отправление поезда, который проедет по этому мосту. И, как следовало ожидать, эти 2 события синхронизированы друг с другом. Вот вы видите за моей спиной большие экраны. Так вот, здесь на станции Тамань установят видеосвязь с вокзалом в Санкт-Петербурге. И отсюда мы сможем увидеть, как этот поезд тронется. Ну а поскольку, как я сказал, уже соберутся здесь строители, которые возводили Крымский мост, для них это будет, безусловно, радостное событие. Ну хотя, наверное, с оттенком легкой грусти. Давайте спросим об этом одного из них. Кайрат Турсунбеков сейчас рядом со мной. Один из руководителей строительства. Он был здесь, на Крымском мосту, с первых дней. И, Кайрат, все-таки... чего больше сегодня, радости или грусти? Мы испытываем большую радость и гордость за результат этой работы. Но, естественно, немножко грустим, потому что это была большая, сложная работа, но мы получали удовольствие от этой работы, удовольствие от общения с участниками всего этого процесса. Ну, а мы будем получать удовольствие от движения по Крымскому мосту. И не могу не спросить вас, все сделано надежно, хотя я уверен, конечно, в вашем ответе, но все-таки поезда – это не автомобили, их вес доходит до 1000 тонн, и мост способен выдержать все нагрузки, связанные с движением состава. Конечно, все эти показатели учитывались в проекте, и, соответственно, все удалось реализовать для того, чтобы мост выдерживал и эти нагрузки, поэтому все в соответствии с регламентами нормативной базы было реализовано. Да, очень хорошо. И действительно, стройка века завершена. И, кстати, первым по мосту проедет не поезд Санкт-Петербург-Севастополь, а другой состав, точнее, рельсовый автобус, на котором Керченский пролив пересекут строители вместе с президентом страны. Вот этот символический жест как раз и будет считаться открытием железнодорожной части моста. Ну, а что касается поезда из Петербурга, то на мосту его ждут в ночь на 25 декабря. И, кстати, в продаже есть еще немного билетов, так что если поторопиться, можно еще успеть оказаться в числе первых пассажиров. Кайрат, вот вы сейчас что бы сказали пассажирам, которые отправятся этим поездом? Добро пожаловать и хороших путешествий. Коротко и емко. Кстати, многие покупали билеты специально для того, чтобы первыми проехать по железнодорожному мосту, чтобы прикоснуться к этому историческому событию. Среди них есть даже, среди пассажиров, есть даже крымчане, которые специально отправились в Петербург, чтобы вернуться домой уже по железной дороге. И вот одним из пассажиров поезда станет и моя коллега Алена Германова. Она уже познакомилась с некоторыми пассажирами поезда, с которыми ей предстоит провести почти 2 суток в пути. Стол не забудь подготовить. И парадный костюм одеть, если он у тебя выглаженный. Когда все сумки собраны, а мундир запакован, звонок в Севастополь. Ждите, еду. В квартире Александра Петровича только и разговоров, что о поездке в Крым. 97-летний ветеран Великой Отечественной войну освобождал Севастополь. Там, как и в мае 44-го, в эту среду его встретят как героя. В местной администрации даже готовят для него экскурсионную программу. Я прямо сказал, что я хочу посмотреть Крымский мост. Больше остальное я все там видел. По Крымскому мосту ветеран из Новгорода, как и сотни других пассажиров первого поезда, проедут в ночь на среду. Путь по самому длинному в России и Европе мосту осветят почти 4000 ламп, так что видно будет даже с МКС. 19 километров моста – это 5000 тонн рельсов, 500 километров кабеля, а вес одной только железнодорожной арки в 14 раз больше Международной космической станции. Масштабная стройка велась беспрерывно и в любую погоду. За все годы строительства целых 10 тысяч часов шторма. Можно вспомнить такой момент, как мы сооружали ростверки опоры 252. Первый раз мы собрали опалубку и арматурный каркас, но метеорологические условия, налетевший шторм, разбомбил в пух и прах.
Второй раз собрали опалубку, второй раз ее разбомбило. И только третий раз нам удалось собрать эту опалубку, заармировать и забетонировать ростверк опоры. Крымский мост строили, по сути, всей страной. 15 тысяч человек работали целых 4 года, чтобы поезд мог пересечь Керченский пролив всего за 15 минут. Соскучились. Было страшно, когда уходил последний поезд. А сейчас только радость охватывает. Тот самый последний поезд на вокзале Симферополя провожали в 2014-м, когда Киев запретил железнодорожное сообщение с полуостровом. Теперь здесь снова готовятся принимать пассажиров. Итальянскому дворику вернули первоначальный вид, убрали торговые киоски, ремонтируют знаменитую башню с часами. А в Севастополе собираются возродить традицию встречать поезда гимном города. Это изюминка нашего города. Вообще это очень символично. Поезд традиционно ходил в Севастополь долгие-долгие годы. И всегда этот поезд встречали гимном Севастополя. Легендарная «семерка» ходила из Ленинграда в Севастополь целых 55 лет. И в 60-х, и в 70-х это был, пожалуй, самый популярный поезд в стране. Темно-вишневые вагоны и фирменное название «Нева». Вот в точно таких же вагонах тогда вместе с семьей или друзьями и ездили отдыхать на юг, в Крым. Дорога занимала чуть больше 30 часов, но затем распался Советский Союз, поезд «Нева» стал идти дольше и потерял свой фирменный статус и даже название, но не востребованность. Всего за полвека на юг и обратно этим маршрутом перевезли 15 миллионов пассажиров. Спустя 5 лет перерыва состав под номером 7 вновь повезет пассажиров в Севастополь, теперь уже минуя Украину. Перевозки осуществлять будет компания Grand Service Express. Поезд «Таврия» пройдет 2741 километр за 43,5 часа. Где елка? Где шарики? Звездочка, вон, вон. Ее самая большая в жизни елка и первое большое путешествие. Семья Бордовских специально приехала в Петербург, чтобы домой, в Севастополь, вернуться уже на поезде. Я уже 3 дня, наверное, не сплю. Очень переживаю, очень сильно волнуюсь. Поезд, на самом деле, это огромное событие для нас. Если вы были в Крыму, то в последние, конечно, несколько лет наши вокзалы пустые, ЖД. А теперь они наполнятся людьми, толпами, жизнь потечет, закипит. И, кажется, лишь вчера они первыми проехались по только что открывшемуся автомобильному мосту. А уже сегодня пассажиры первого поезда в Крым. Алена Германова, Виталий Кайченко, Ксения